Потехи сегодня говорили о чистой воде. В муниципалитете состоялось межведомственное совещание под председательством Натальи Стрибковой. Омбудсмен обсудила с общественниками, депутатами и чиновниками обеспеченность у горчан чистой водой. Отдельно остановились на качестве ресурса в самом Потехе. Уже несколько лет здесь ведется работа по улучшению чистоты воды. Реконструирована первая очередь местных ВОСов. Ремонтируется вторая. После полной реконструкции водоочистных сооружений их производительность будет доведена до 4500 кубометров чистой воды в сутки. Это также позволит закрыть устаревший водозабор.